Все, закончил срочную службу. Только закончил. Где служили? В Керчи. Где воевали? В Луганске. За кого воевали? За наших, за кого? За кого? За Россию. Вы тоже где-то были в Крыму? Он со мной был. Да, вы были в марте в Крыму? Конечно. Вместе мы. То есть это вы вежливые человечки? Да. Ребята, я низко кланяюсь. Вы вошли в историю вместе с ВВП, с Владимиром Владимировичем Путиным. Вы вошли в историю, вы об этом знаете? Конечно. Здесь действительно воюют простые рабочие. Да, здесь они нету россияне. Никого. И не россияне, кстати, а местные. Местные. Все с Донбасса. Все донбасские. Привет, Челябинск. Скоро будем дома. Салам алейкум, Дагестан. Аллаху Акбар. Здорово, браты. Привет, Чита. Привет, Улан-Удэ. Чита, Ясногорск, Агинск, Кусочи. Калининграда тоже. Салам алейкум. Уфа, привет. Ну а Ростов, он здесь был всегда. Россия, Россия, привет. Ребята, ты с России? Я, все. Все здесь с России. Че, на рабочку едем? Да. На Украину стреляться. Стопудово мы теперь едем только по ночам. То есть мы целый день сейчас не ебланим. Почему мы только по ночам едем? Потому что мы перевозим оружие и боеприпасы. Убивать, а по-другому никак. Хотят ли русские войны? Читает автор. Хотят ли русские войны? Спросите вы у той страны, откуда бомбы к нам летят, чьи сыновья в гробы спешат. Спросите русских матерей, что шлют на смерть своих детей. И вы тогда понять должны, хотят ли русские войны. Идут, чтоб братьев убивать, из града в землю поливать, чтоб ветеранов добивать, их внуков мучить и пытать, чтоб города уничтожать, а беженцев в Сибирь ссылать. И вы теперь понять должны, хотят ли русские войны. Ну и, наконец, вопрос, есть или нет у наших войск на Украине. Говорю вам прямо и определенно. Российских войск на Украине нет.